Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, давай усаживайся поудобнее, что ты там покушал, не покушал, накладывай покушать, чтобы было вот прям вообще все хорошо. Не забудь поставить лайки, я для тебя сегодня уже выпускаю третье видео, я надеюсь, ты поддержишь, елки-палки, мое стремление завалить вас контентом, так что пиши комментарии, ставь лайки, если ты еще не подписан, возьми и подпишись. Будет вообще тогда все прям замечательно. Ладно, сегодня здесь мы все собрались для того, чтобы взять и задонатить в эту гребаную игру. Все-таки разработчики заслужили. Разработчики заслужили. Да, да, я понимаю, много еще вопросов касаемо данного обновления. Да, я понимаю, уже слышно по поводу каких-то багов и вот этого вот всего. Но тем не менее, разработчики заслужили. Вот реально же сейчас в комментариях кто-то напишет. Не, ну князь точно продался. Продался князь. Вот, еще всех призывают донатить. Нет, не призываю донатить в эту помойку, успокойтесь. Вот, все нормально, я еще с вами, я еще в трезвом уме. Но хочу вот, интересно все это дело, хочу протестить данного героя, причем именно на своем аккаунте. То есть протестить его, прокачать, да, и как бы посмотреть, что из этого получится. Потому давай усаживайся поудобней. Попробуем всю эту херобору сейчас купить. Вот прям при вас. Даже ничего обрезать не буду. Бац. Шлеп. Так, пароль. Главное вслух не диктовать. Так. Я... люблю так, все нормально. Все нормально. Так, пароль не спалил. Все замечательно. Так, все хорошо. Что у нас получается? Купил я за средний пак нового героя! Да. Один, как я понимаю, говно, но если вы его выбили, елки-палки, поделитесь со мной радостью. Я получил 13 тысяч самоцветов. И получил вот эти вот плюшки. Причем здесь радует сразу, что приходит тысяча этих, сука, забыл, как они называются. Ну и, соответственно, три героя. Три героя, то есть это герой, первая эволюция, вторая эволюция. Да, я сразу его смогу прокачать там на все вот эти вот эволюции. Не знаю, в этом видосе будем прокачивать или нет. А, нет, я думаю, давай не будем париться. Тут сразу, при том, что я не распаковал, я его сразу, грубо говоря, улучшить не могу. В этом видосе я хочу я его распакую, конечно, да? Вот, прокачаю уже в следующем. Но если вы сейчас много лайков поставите, то я прям с прокачкой сегодня все это дело выпущу, а конкретно тестить уже будем на битве гильдии на стриме. Так что давай там это, не поленись, елки-палки, тебе ничего не стоит взять там лайкусик поставить. А, так, окей. Что там мы тут получили? А дальше, смотри, какая залупа получается. Вот реально, когда есть какие-то интересные паки, хорошие, да, и когда разрабы знают, что мы будем донатить, они просто ставят ублюдские акции. Вот просто никакущие. Сейчас я вам тебе покажу все. Ну ладно, здесь мы забираем. Тут как бы неплохо, 1000 этих камней получаем. 150 книжек. Очередную стерку. Ну, здесь, допустим, тоже, окей, здесь тоже, да, с пакета накопления забираем. Тут тоже мы тут, ну, все-таки какие-то ресурсики мы здесь получим. Да, вот. А, нет, это же залупная херобора. Что мне отсюда надо? По сути-то, грубо говоря, ничего. Ну, книжки, да, здесь самоцветы, окей, самоцветы. Ящик Валентины, вот эта вот херня, но это ладно. А дальше смотри, ну вот тут как бы уже поинтереснее, отсюда можно немножко ресурсиков раздобыть. Камень судьбы, окей, новый талант этот призма, ну как новый, позапрошлый, да, ну типа в рот я его шатал. 5 этих карточек, я конечно мог сказать, что это говно, оно мне не надо, у меня все герои есть. Но так как получается ситуация в том, что грубо говоря, надо прокачивать, друзья, этих
можно говоря, всем это не судьбу. Короче, какую-то залупу можно теперь прокачивать всем героям, потому нам нужны повторки. Да, и если оттуда кто-то что-то выпадет, то будет прикольно. Ну, вот такие вот ништяки получили. Ну, это, знаешь, когда ты, елки-палки, полпака донатишь, тебе хочется что-нибудь поинтереснее. Тебе, тетя, что-то хочется вообще, ну, нормально, чтобы было, да? Так, окей, смотри ситуацию. Парящий остров. Ну, тут как бы понятно, да, и у нас... А, у нас даже... Смотри-ка. У нас даже... У нас даже есть магическая пыльца. Ну-ка. Ну-ка. Осколочки мне дайте. Осколочки. Нет, не дали мне осколки. Пошли, я ненавижу. Держи, надо все. Возврат платежа делать. Ладно, не суть. Сюда заходим, смотри. Так, здесь в событиях подарки от Авиара. А, ну тут надо отдельно покупать. Это донатить, короче. Пошли они в задницу. Дальше, смотри, здесь по собери сам тоже ничего нету. Кстати, собери сам, они что-то изменили вообще в этой жизни? Ну, это все... Ну, это части обликов, да? Типа, на здание скинов до сих пор... До сих пор нету. Во втором наборе мастер рун, типа 6000 можно купить камней пламени, кстати. Ну, вот серьезно, вот оно, да. Так, дальше что еще? Вот тут что раздавали вообще? Господи. Так, ну короче, тоже сами все понимаете. Идем сюда. И здесь... О, я тут фанатика могу купить. И тут я еще могу купить эти мешки этого говнота. А, ну тут уже интересно. Значит, мне надо все-таки сюда заглядывать. Эти камни мне нужны. 4, 8, 12, 24 камня могу себе купить. Но, смотри, я могу, по идее, фанатика собрать. Фанатика собрать. Потому что сейчас, понимаете, в чем проблема? Хочу бомбическое видео записать. Проблема заключается в том, что вот у меня нету фанатика. Сука, где мне его достать? А нигде. Да, у меня нету темного колдуна. Где мне его достать? Нигде. Механоида альфа нету. Где мне его достать? Нигде. Понимаете, в чем залупа? Конкретнейшая, полнейшая. Вот. И... Блин, ну что-то мне не хочется как-то деньги сейчас тратить. Ай... Ну, это, наверное, все-таки, не знаю, может быть, потом. Ну, это, подождите, сколько мне там, 100 осколков не хватает? 30, 45. А, то есть, смотри, это у нас 30, это у нас 60. Это, грубо говоря, 90 осколков. 90 осколков. А у меня здесь 102, мне все равно не хватит. Пошли в пень вообще, сволочи. Просто, просто жесть. Так, базар накопления. Императорская кузня. Вот смотри, акция. Где акция? Временная акция. Найм редких героев. Базар набор необычный. Базар пакет накопления. Жара в Кэстл Клэш. О боже! Что же я оттуда получу? 100 самоцветов, серьезно. Еще 100 самоцветов. Ну, хоть не золотой ключ, хотел сказать я, и мне выпал золотой ключ. 200 кристаллов, вот это вот прям мне сейчас надо, и 3000 значков почета. Просто, мое почтение, акции, а, тут даже, смотри, покупаешь, короче, пак за 20, грубо говоря, за 2000 рублей, да, и у тебя даже здесь не 100% шанс выбить говна кусок, понимаешь? Вот это круто. О, шанс успеха приблизительно, давай я вам покажу, шанс успеха... О, видите там? Я отодвинулся. Короче, 3,9%, короче. Шанс успеха. Чё бы не попробовать, а? Может быть, когда-нибудь эта вселенная смилостивится надо мной. Давай. Как бы... Ковка не удалась! Интересно, а когда-нибудь удается, если у тебя, ну, типа, меньше 100% шанса? Подарки тут. Ой, ну давай зайду, я посмотрю на эти невероятнейшие.
подарки. 10 камней... Серьезно? 10... Вы получили 10 камней судьбы? Вот, просто значки почета. О боже, где они? Все, ты попадаешь. Я даже просто даже на значки почета кинули. А, 3000 значков почета дали. Вы дегенераты. Вот скажите мне, пожалуйста, вы дегенераты. Это... О, видели, как я в акции выгодно сходил? Прям вообще, ёпта. Прям невероятнейше. Ну ладно, давай открываем. Давай еще это дело открываем. Так, тут у нас что? Окей. Ну, еще ресурсиков сейчас получим. Все нормально будет. Все будет хорошо. Так, дальше. Сундук гильдии второй. Окей. Дальше. Что это у нас тут? Говно. Так, давай. Открываем. Ну, книг немножко получим. 90-120 книг. О, ну что-то там даже получили. Давай дальше. Тут уже мы можем камни пламени получить. Замечательно. Прям хорошо. Тут у нас 153 тысячи. Ой, 153 тысячи. Если бы было 153 тысячи, елки-палки, я бы всем прорыв на 30 уровень, наверное, прокачал бы. Хотя не факт, понимаешь. Далеко, далеко не факт. Ну давай, что у нас тут? У меня что-то было приблизительно около 30 тысяч. О, тут что-то какие-то новые могут эмблемы выпасть. Священный суд может выпасть. Самое толковое, что отсюда может выпасть, это священный суд. Охренеть. Они в старые чары, блядь, добавили священный суд. И такие, смотрите, у нас тут новые коробки. Да, и священный суд все равно не выпал. Но вы смотрите. Это вам тут не письки на заборе рисовать. Так, 2000. Так, что нам отсюда выпадет? Конечно же. Ну, ладно. Так, отсюда нам тоже ничего не интересно. Хотя повторки нам нужны. Ну, без этого героя повторок-то вообще никуда. Ёпта, сундук защиты. Лиса. Не, ну лиса нормально. Лиса покатит. Теперь и мне осколки лисы нужны, понимаете? И 5 официальных карт. Ну что, как бы давай все сюда повторочки. Чё уж тут, давай. Дуэлянта 2. Ну куда уж тут без двух дуэлянтов. А, окей. Подожди, ваши подарки потребляемые. А, чё, может паролем немножко? 9000. Может выпадет какая там новая героиня. Так, во-первых, этого надо додика распечатать. Вот он. 3 штука. Все, пришел ко мне на аккаунт. И у нас 43 тысячи самоцветов. Ну, давай рискнем. Еще паролем. Давай там эпик-то выпадет когда-нибудь сегодня. Берсерк, оккультист. Ну, да я тут как-то, помню, жаловался, да, там себе ролил. Говорю, вот, смотрите, ничего не падает. Ужас. И там ребята говорят, ну да, тебе ничего не падает там за 5000 столько редких героев. Но я понимаю, что да, тем ребятам, у кого не хватает героев, для них смотрят, вот князь охреневшийся, зажравшееся чмо. Но хочется-то тратишь, да, самоцветы ради эпиков, которые не падают. Ну давай еще 400. Ну давай еще 400. И еще 400. Даже просто герои не падают, смотри. Ему пофигу. Мне, ну как бы, даже легендарные не падают, смотри. Ну все, плевать, нормально все, пацан к успеху идет, да? Типа тратить самоцветы. Где? Вот, смотри, десятку под... Блять, я ж все созвездия не соберу, дегенерат. О-о-о! Аллилуйя! Давай еще тогда, может еще даст? Нет, не дал. Спарки дал, господи. Господи, спалилу. О-о-о! Так, это сикач сразу со скином. Ну, скин говно вообще полнейшее, блядь. Лучше бы его такого выпустили, и скин уже покупали как тот вид. Ну, ладно, не суть. А, ну вот, спарки, да?
Ладно, с этим будем разбираться потом на стриме. Кто смотрел видео, ребят, до конца, огромнейшее вам спасибо. Пожелаю огромнейшей удачи. Спасибо, что поставили лайк и подписались. И про колокольчик не забудьте, елки-палки, долбаните колокольчик, чтобы вам все-таки уведомления приходили. Удачи вам и пока.